И теперь у нас 17. Тень человека. Класс объекта Тетер. Особые условия содержания. Испилены 12. Следуется содержать в акриловой стеклянной клетке габаритами 10×5×50×50 сантиметров. Подвешенной в центре помещения размером 6×6×4 метра. Стены помещения должны быть выполнены из бетона. Прикрепление к стенам, полу и потолку комнаты дуговые лампы, прожекторы, высокие интенсивности направления на акварелевую клетку, обеспечение постоянно освещается SP-0017 со всех сторон. Ответственные сотрудники обязаны контролировать функциональность прожектора, аварийную систему, генераторов камеры содержания SP-017, а также осуществлять их техническое обслуживание. Доступ для сотрудников в камеру содержания SP-017 разрешен только в случае необходимости замены ламп в прожекторах. При этом персонал, входящий в помещение, должен быть одет в отражающие костюмы. Находиться перед работающимся прожектором запрещено. Описание SP-017 представляет собой человеческую фигуру приблизительно 18-80 сантиметров. Высотой анатомически схожую с таковой у маленького ребенка, но без заметных отличий черт. SP-017 состоит из смутной дымчатой пылени. Ни одна попытка обнаружить такой какой-либо объект под пеленой не увенчивалась успехом. Что, однако, не исключает возможности нахождения там чего-либо. SP-017 реагирует на любую возникающую в помещении тень с очень небольшой скоростью, расставаясь над отображающимся ее объектом, поглощая ее и затем снова возвращаясь к своему нормальному размеру, не останавливаясь никаких следов поглощения объекта. Дополнительная запись. Персонал с уровнем допуска бета или выше должен ознакомиться с документом номер 0171. Всем пока.